Всем привет, друзья! Меня зовут Тимур, и сегодня мы выбрались летом в солнечную Москву для того, чтобы отлично перекусить. В прошлый раз я вам рассказал про одно секретное место, где я уже больше 10 лет покупаю, пожалуй, самую вкусную в Москве пиццу. Я делаю это специально для всех тех, кто будет спрашивать о том, а где это место находится, а сколько стоит там и все такое. Вот я просто вбиваю все данные, название, адрес, сколько стоит, и, собственно говоря, свою оценку очень хорошо добавляю, и вуаля, она теперь есть на карте приложений. И сегодня я покрыл для вас еще одно секретное место, где можно купить не пиццу, а чебуреки. Поэтому, если вы хотите узнать, где продаются самые вкусные в Москве чебуреки, то досмотрите это видео до конца. А пока я покажу вам еще пару мест, где можно поесть со скидкой. Перед чебуреками я хотел показать вам место в Москве, где можно есть безлимитные крылышки у бара. Но нас внезапно накрыл дождь, поэтому мы пока туда добраться не можем, и нужно его где-то переждать. Я открываю фудмэп и смотрю ближайшие акции, и вижу, что в Чайхане с 12 до 5 можно поесть со скидкой в 30%. Чайхана находится прямо позади меня. Сейчас мы пойдем туда, посмотрим, что там можно вкусного поесть, и заодно получим крутую скидку. Честно говоря, я всегда думал, что в Чайхане номер 1 довольно дорого, и здесь действительно цены намного выше, чем в обычной кафешке, но благодаря фудмэпу я узнал, что здесь есть скидка 30%, и в принципе с этой скидкой блюдо, получается, стоит столько же, сколько и везде. В общем, в целом в Чайхане довольно вкусно, но только если приходить сюда с 12 до 5, потому что если приходить сюда позже, то скидки уже нету, и мне кажется, все-таки получается немного дороговато, поэтому я не буду ставить самый довольный смайлик, но все-таки потому что цена имеет значение. Самое главное, что вы переждали чертов ливень, и теперь я готов показать вам, где в Москве можно поесть безлимитные крылышки. Самое интересное, что мы сейчас находимся в самом центре Москвы, позади меня находится Красная площадь и Кремль, и казалось бы, какие скидки и акции здесь могут быть. Но место, где подают безлимитные крылышки, я нашел совершенно случайно. Просто как-то мы здесь гуляли, и возник очевидный вопрос, где бы пойти перекусить поблизости. Я открываю карту и вижу, что прямо рядом есть акция в барбекю-кафе. Безлимитные крылышки у бара. Что это такое? Пойдемте проверим. Здравствуйте. А у вас есть акция крылышки у бара безлимитные? Здравствуйте. А нас интересует ваша акция крылышки у бара. А сколько вы крылышек портите? Примерно 8 штучек. Получается, мы сейчас это съедаем, и можно будет дозаказать еще? Да, последующий будет уже бесплатно. В общем, все круто и все работает. Единственное, только в фудмэпе нужно указать то, что крылышки не то, что просто безлимитные, а типа, как бы, ты платишь за первую порцию, но зато перезаполняют ее тебе бесплатно. То есть вот это мы сейчас съедим, и нам просто потом новую порцию принесут бесплатно. Я укажу это в комментарии. Вот в чем ценность подобных приложений по типу фудмэпа. Ну, то есть, я бы в центре Москвы никогда бы не подумал, что вот прям 5 минут Красной площади есть место, где можно поесть безлимитные крылышки. А в приложении все подобные акции указаны, так что чаще в него заглядывайте, вдруг рядом с вашим домом тоже есть подобное место. В общем, если вы тоже хотите отведать безлимитные куриные крылышки, то ищите смайлик с куриным крылышком на карте прямо рядом с Красной площадью. Сейчас самое популярное блюдо фастфуда – это всевозможные крафтовые и некрафтовые бургеры. Но во времена СССР у наших родителей не было бургеров, но зато в ходу были чебуреки. И если вы сейчас хотите попробовать тот самый чебурек из СССР, то в Москве осталось еще одно место, которое работает без перерыва уже практически 40 лет. Оно находится позади меня, и со времен СССР там не изменилось абсолютно ничего. Разве что чебурек раньше стоил 19 копеек, но сейчас чуть-чуть подороже. Но тем не менее, он такой же вкусный. Никаких вывесок, ничего. Это самое настоящее секретное место. Как здесь много людей. Здесь меню только чебуреки. Как вы можете заметить, место хоть и не очень известное, но зато здесь постоянно собираются очереди, прям как Black Star Burger. Если мы сюда придем в час пик после работы, здесь будет просто все в людях, потому что здесь делают самые вкусные чебуреки, которые стоят всего 60 рублей. Несмотря на то, что чебуреки стоят всего 60 рублей, здесь можно встретить абсолютно разных людей. Бывает, приходят и в пиджаках, и в рубашках, и после работы. Иногда даже подъезжают дорогие машины и
выкупают эти чебуреки целыми пакетами. Уж настолько они вкусные. В общем, если вы хотите попробовать эти чебуреки, скачивайте приложение FoodMap, и их место я отметил на карте. Оно находится прямо рядом с метро Сухаревская. Если вы тоже знаете какие-то секретные заведения в Москве, то скачивайте приложение FoodMap и добавляйте их на карту. Поверьте мне, после прошлого выпуска вы добавили уже очень и очень много заведений, но в Москве все-таки осталось еще куча белых пятен, где все-таки можно вкусно поесть. Ссылка в описании. Также помимо скидок и акций в приложении FoodMap можно получить какие-то эксклюзивные промокоды. Например, на карте вот я нашел Domino's Pizza, и здесь эксклюзивно можно получить скидку 35% по промокоду. Соответственно, я сейчас просто перехожу на сайт Domino's Pizza, ввожу промокод. Мне сразу регистрируется скидка в 35%. Дальше я могу заказать все, что я хочу, потому что скидка идет на все меню. И потом можно забрать это в любой Domino's Pizza, ну, либо оформить заказ домой. Кстати, промокод, который дает скидку в 35%, доступен только пользователям FoodMap. Поэтому, если вы тоже хотите получить такую большую скидку, скачивайте приложение, находите Domino's Pizza и узнавайте, какой именно промокод нужно вводить для того, чтобы получить эту скидку. Практически всегда на разных сайтах по доставке еды я вижу поле, в которое нужно вводить какой-то мистический промокод, но я никогда не знал, откуда его брать. Так вот, один из примеров из приложения FoodMap, где есть эксклюзивные промокоды, и, как вы можете заметить, в чеке сразу пробили то, что скидка 35% на все меню. Приложение FoodMap очень классное не только тем, что вы можете отмечать новые интересные места, чтобы другие люди тоже могли вкусно покушать, но и вы также можете отмечать плохие места, где не соблюдаются санитарные нормы или где, может быть, вы когда-то отравились. Вы можете прямо через приложение направить заявку в Роспотребнадзор напрямую, и таким образом вы можете обезопасить людей от того, чтобы они тоже там не отравились. Ну а также, продолжая тему интересных акций, FoodMap подготовила интересное предложение для всех, кто скачает их приложение. В Питабаре, я не буду говорить, где находится, чтобы сохранить какую-то интригу, сами найдете его на карте, и первые 100 человек, которые сюда придут, смогут получить здесь бесплатную шаурму. Ну а для того, чтобы получить одну из 100 бесплатных шаверм, ищите на карте FoodMap специальную акцию. И как только вы найдете это место, приходите, шаурма ваша. Со времен прошлого выпуска FoodMap кардинально изменилось, приложение стало лучше, на нем появилось намного больше интересных мест, где можно покушать, а также теперь стали показываться скидки и акции в различных заведениях. Я уверен, что многие из вас уже пользовались FoodMap, но если вы еще не пользовались, то ссылку на него можете найти в описании. А также не забывайте про акцию «Сотни бесплатных шаверм». В общем, у меня на этом все. Меня зовут Тимур, я прощаюсь с вами, и приятного аппетита, друзья. Всем пока!